Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. И сегодня у нас с вами рубрика «Играют мои подписчики». Сегодня пред нами предстанет Владимир Калинин. Это новый человек на нашем канале. Первый раз выступает. Я рад, что на моем канале появляются все новые и новые лица. Разные люди, которые играли на баяне, которые с нуля учатся, которые всю жизнь даже играли на баяне. В общем, кого только нет, и все-все начинают постепенно обращать внимание на этот музыкальный инструмент и, самое главное, на вхождение в состояние разума, в погружение, именно на обращение внимания процесса погружения в музыкальное поле. Владимир исполнит нам пьесу Пономаренко «Тополя», пожалуйста. Спасибо огромное, я поздравляю вас с выступлением сольным на моем канале. Продолжайте, в том же духе занимайтесь. А я напоминаю всем подписчикам, кто хочет выступить у меня на канале, пишите мне ВК, показывайте, а там посмотрим. Либо я скажу, нужно все забыть и проходить с нуля путь викинга, либо скажу, давайте 22 фишки по импровизации уже наращивайте, если вы научились играть мелодии, изобретайте свой стиль. И выступите у меня на канале. В общем, посмотрим. Давайте потихонечку все подключайтесь. Если кто еще думает, играть или нет на баяне, а других вариантов нет. Других вариантов у нас нет. То есть мы должны постепенно входить, возвращаться к тому, чтобы находиться в состоянии разума. Так же, как все вот живые существа, вся природа. Другого выхода у нас, к сожалению, нет. Либо тогда уже не будет нам хорошо и не будет так, как задумано изначально, в общем. А на баяне, если будете играть, будет все хорошо. Ну что, с вами был Александр Плей, Викинг Музыки. Увидимся на следующем видео. Всем пока, я исчез.